Привет всем! Смотрите утренний фреш. Сегодня понедельник. В самом начале недели нужно себя как следует замотивировать, чтобы остальные рабочие дни не прошли, а пролетели. С этой миссией, мне кажется, могут справиться только планы на выходные. Куда сходить, что посмотреть и чем себя порадовать. Полностью с тобой согласна, поэтому прямо сейчас афиша в утреннем фреше. 14 марта в ресторане «Мамука» состоится гастрономический ужин. Греческие кулинары Петрос Лампринидис и Василис Доскалакис – это ведущие шеф-повара компании «Альдемар Ресортс», участвовавшие во многих значимых международных мероприятиях, конкурсах и проектах. Они представят гостям свои мастер-классы и угостят необычными национальными блюдами. 16 марта в музее «Музыка и время» состоится концерт Виктора Кислова. Он посвящен 50-летию творческой деятельности исполнителя. 17 марта в КЗЦ «Миллениум» будет представлен спектакль «Пираты Карибского моря». Вас ждет незабываемое путешествие в мир тайн, волшебства и отваги. Это была афиша в утреннем фреше.